Самолеты ВВС Китая начали патрулирование новой опознавательной зоны ПВО в Восточно-Китайском море. В Пекине сообщили, что туда направлены истребители и самолет раннего обнаружения. Китайские власти уверяют, что этот шаг не повлияет на полеты пассажирских самолетов. Они лишь будут обязаны сообщать о своем маршруте. В Пекине считают, что протесты других стран не имеют под собой основания. «Мы призываем Японию и Соединенные Штаты задуматься над своими действиями, исправить допущенные ошибки и прекратить безосновательные обвинения в адрес Китая. Надо положить конец противоречиям, заявлениям и действиям, которые могут нанести ущерб стабильности в регионе». Новая зона китайской ПВО должна, по словам военных, обеспечить эффективное раннее предупреждение о воздушных угрозах и не нарушает международных норм. Проблема же в том, что зона включает и японский архипелаг Сюнкаку. Эти острова в Китае считают своими и называют Дяо-Юйдао. За минувшие дни в зону демонстративно заходили японские и американские самолеты.